Всем привет! По многочисленным просьбам я записала вот такие замечательные своих обезьянок амигуруми как символ 2016 года. Они ростом у меня получились 15 сантиметров без чубчиков, то есть от обезьянки головы до ножек. В общем, итак, вам понадобится немножечко терпения для самого вязания, также немножко фантазии для того, чтобы украсить. Я, например, сделала девочку и мальчика, украсила атласной ленточкой, бантик сделала, глазки, бусинки. В общем, итак, ваше хорошее настроение, и мы начинаем. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла основной цвет темно-коричневый, затем взяла из серии Alize Lana Gold Fine, но он немного тоньше. Если хотите, возьмите также Lana Gold, но красного цвета. Если берете Fine, как я буду вязать из остаточка, поэтому взяла просто в двойную ниточку буду вязать. Затем понадобится вам небольшой кусочек потоньше пряжи, уже на тона 3-4 светлее, чем основной цвет обезьянки. Итак, хочу ваше обратить внимание на то, что если будет у вас, допустим, я взяла вот бэби-вул остаточки, а если у вас будет файн, то вам крючок будет гораздо тоньше нужно взять, то есть два вида крючка. Я взяла четверочку, я буду как основное вязание делать четверочкой, так файна в двойную ниточку буду делать четверочкой и мордочку делать четверочкой, но очень тонкую ниточку. Если у вас ниточка для мордочки потолще, вам нужно взять тоньше крючок, потому что мордочка получится очень крупная, то есть такая не для вашего размера, так сказать, обезьянки. Также ножнички и иголочка для сшивания деталей. В качестве наполнителя я взяла обычную вату, не стерильную. Хотите, возьмите другой любой наполнитель, который вам понравится. Если же у вас не просто декоративная обезьянка, а, допустим, детская, то я вам советую взять какой-то более наполнитель гипоаллергенный. И точно так же пряжу взять, которая не вызовет аллергии. То есть у меня это полушерстяная толстая. Возьмите, допустим, пусть у вас будет обезьянка поменьше, но, допустим, детский бэби-вул какой-нибудь из бамбука, чтобы не вызвал аллергию у ребенка. Итак, еще нам понадобится ваше хорошее настроение, мы начинаем. Для начала берем наш основной цвет пряжу Alize и делаем кольцо амигуруми. В это колечко вот так вот закрепляем и набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем крючок с крайней петелечкой и стягиваем, делаем колечко. Теперь в это колечко мы сделаем в каждый столбик без накида предыдущего ряда по прибавку. То есть в каждую петелечку мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2, следующий, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12. Последняя наша прибавочка в конце ряда у нас в каждой петелечке 6 по 2 прибавки. То есть, смотрите, у вас получилось 12 столбиков без накида. Теперь мы будем следующий ряд чередовать. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Прибавка это в одну петлю 2 столбика без накида. Я буду сразу считать, так как у нас 12 петелек, мы сделаем 6 прибавок, это 18 петелек. Мы так сразу будем считать. Смотрите, просто вы глазами визуально представляете, что вы вяжете в одну столбик без накида, а во вторую петлю 2 столбика без накида. Я буду сразу считать. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 и 18 в одну петлю. Вот мы сделали 6 прибавок, у нас получилось 18 петель. Теперь мы берем, я вам посоветую, наверное, взять маркер, либо кусочек другой ниточки, другого цвета. Я вот себе здесь отрежу небольшой кусочек. И советую вам взять все-таки маркер, чтобы вам было удобно, ну, то есть первые петли 18 мы можем посчитать, то сейчас мы будем, чтобы визуально, ну, как бы видеть и не считать. То есть, смотрите, сейчас мы будем чередовать уже 2 столбика без накида, в третий делать прибавку. И так до конца ряда. Вот, 1, 2, прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь снова 1, 2, снова прибавка, 2 столбика в одну петлю, 1, 2. Теперь 1, 2, снова прибавка, 1, 2. Теперь опять 1, 2 столбика, прибавка, 1 и 2. 1, 2 столбика, снова прибавка в одну петлю, 2 столбика без накида. И последний раз, 1, 2, третью петлю, прибавка, 1 и 2. Итак, в конце колечка у нас получилось 24 петелечки. Теперь мы будем чередовать, смотрите, наш маркер вытягиваете и снова в начале ряда вот так вот прижимаете. Теперь будем делать 3 столбика без накида и прибавочка. 1, 2, 3. Будем считать прибавку 4 и 5. Теперь снова. 1, 2, 2, 3. Снова прибавка 4 и 5. Снова 1, 2, 3, прибавка 4 и 5. 1, 2, 3, 4 и 5. И так доделайте еще 2 раза. Довязав до конца ряда, мы имеем уже 30 петелек или 30 столбиков без накида. Теперь ставим маркер начала ряда, и вот эти 30 столбиков, 30 петелек, нам нужно провязать 6 рядов без изменения. То есть, смотрите, первый столбик вы провязываете, второй столбик, и без прибавлений каких-либо мы должны провязать 6 рядов. Либо, если 6 мы умножим на 30 петелек, 180 столбиков без накида. Можете так и считать. 1, 2, вот третий, 4, 5, 6 и так далее. Вы продолжаете, пока не наберете 180 столбиков без накида. Вот, довязали 180 столбиков без накида. И берем наш маркер и переносим после нашей вот этой последней петельки перед первой следующего ряда. И теперь будем вязать 3 столбика без накида и делать убавление. 1, 2, 3, и теперь в следующую петлю, но полупетлю, то есть переднюю стеночку, и вот получается четвертую и пятую, первые стеночки передние, мы захватываем, делаем вот так вот петелечку, и сквозь эти петелечки делаем еще одну петелечку. Теперь снова 1, 2, 3, за переднюю стеночку четвертого столбика и пятого столбика. И вот так вот продеваем общую петлю и снова петлю. 1, 2, 3. Как бы делаем не такое, не стандартное убавление, а за передние стеночки, чтобы не видно было наших вот этих вот сильно петелечек. За четвертую, пятую продеваем петелечку и снова делаем вот этот соединительный столбик. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 за передние стеночки провязываем
вот так вот, столбик без накида. Один, два, три, убавка за передние стеночки. И снова один, два, три, и последняя наша убавка за передние стеночки. Теперь сняли наш маркер и снова поставили после последней крайней петли перед первой в следующем ряду. Теперь будем вязать 2 столбика без накида и убавления. 1, 2, снова за переднюю стеночку, 3, 4 столбик вот так вот одной общей петлей делаем. Теперь снова 1, 2 и убавочка за передние стеночки, еще раз напоминаю. И так до конца ряда нужно доделать убавление 1, 2, чередуя 2 столбика без накида, убавление, 2 столбика без накида, убавление. Вот таким вот образом. Убавление делаем за передние стеночки, не забываем. И сделаем сейчас последнее. Вот так вот, 1, 2 и последнее убавление. Теперь у нас получилось сейчас после убавочек 18 столбиков без накида, то есть 18 петелек по кругу. Эти столбики нужно один ряд провязать без изменения. То есть вот вы сейчас маркер поднимаете, снова вот так вот переносите. И в каждую петелечку делаете столбик без накида так один ряд. Довязав до конца ряда, я сейчас петелечку подвытяну и хочу немножечко наполнить нашу голову. Вот так вот образовавшееся отверстие, вот так вот голову нашу нужно набить. Я буду ее набивать ваткой, я уже вам говорила. И так хорошенько-хорошенько проталкивать ее туда. Если у вас другой наполнитель, это здорово. Будет помягче, понежнее. Но, честно говоря, у меня такие они декоративные, эти обезьянки. Детки гуляться ими не будут. Это так чисто, может, под елочку поставлю. Или какое-то другое применение сделаю. Набиваем ваткой. Вот так вот. До нужной вам, как бы, такой вот плотности. Ну, чтобы держала форму голова, красивенько была. По виду не квадратной, так сказать, поэтому равномерно распределяйте ваш наполнитель по стеночкам. После того, как мы наполнили нашу голову, мы сделаем последнюю убавку в голове. Итак, я уже не буду переносить наш маркер, мне в принципе видно. Будем сейчас чередовать столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. Вот. Столбик без накида, убавка. Снова столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида и снова очередная убавка. Таких убавочек у вас в ряду должно быть 6, как и прибавочек. И последняя наша убавка. Теперь, что мы делаем? Смотрите, у нас в колечке сейчас 12 петелек. Мы должны их провязать без изменения 12 столбиков без накида. Вытаскиваете наш маркер. Переносите в начало ряда вот так вот, после последней петелечки, и провязываете в каждую петелечку столбик без накида. 1, 2,
И так считаете, в общем, должно 12 столбиков без накида быть. Провязав до конца ряд, мы переносим маркер снова вверх, на первую нашу вот так вот петельку. Теперь в этом ряду мы должны сделать прибавочки. Смотрите, мы сейчас будем чередовать столбик без накида, прибавочка. То есть прибавочки мы подразумеваем 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю. Теперь снова столбик, прибавочка, 2 столбика в одну петлю. Снова столбик, прибавочка, 2 столбика в одну петлю. Столбик. Как вы видите, таким образом у нас уже вывязывается шея. 2 столбика. Теперь снова столбик, 2 столбика. И последний раз. Столбик и прибавочка, 2 столбика. Таким образом мы провязали шейку. И теперь смотрите, основное как бы такое вот замечание: если вы вяжете мальчика, то сейчас вы продолжаете вязание этим же цветом. Если вы вяжете, как я сейчас буду вязать, девочку, то нам нужно поменять цвет. То есть, как это сделать? Смотрите, вот эту петелечку последнюю прираспустите, делайте как бы полупетлю сейчас. И уже мы сейчас введем наш красный цвет. То есть, вот, я двойную ниточку, вы хотите, возьмите Lana Gold красного цвета. Если у вас есть, у меня, например, я не решилась начать новый моточек из-за этого кусочка. В общем, смотрите, делаете вот такую вот петелечку и продеваете эту петелечку сквозь последние две полупетли. Теперь мы будем продолжать вязать красной ниточкой. Таким образом, смотрите, мы сейчас, получается, на 18 ряду. 18 вот этот ряд мы провязываем столбиками без накида, без прибавлений, убавлений. Коричневую ниточку мы зафиксируем и обрежем ее на этом этапе. Сейчас, смотрите, мы провяжем 18 ряд. Можете постепенно, так же, как я, вот ввязывать нашу ниточку. 18, 19 и 20 ряд вам нужно провязать столбики без изменения. То есть у вас сейчас 18 столбиков без накида, так и продолжаете вязать 3 ряда столбиками без накида. Провязав 3 ряда столбиками без накида красным цветом, мы сейчас снова сделаем прибавки. Хотите, отметьте маркером начало ряда. Хотите, просто ориентируйтесь, то, что у нас вот здесь цвет менялся, немножечко перешел как бы рисуночек, ну, цвет. Я, например, отмечу, мне так привычнее, честно говоря. Сейчас мы будем делать снова прибавки. Таким образом, смотрите. Мы будем сначала провязывать 2 столбика без накида, делать прибавку, чередовать. То есть вот один столбик, второй столбик прибавка, это 2 столбика в одну петелечку. Снова 1, 2, прибавка. 1, 2. Столбик без накида, 1, 2, прибавка. 1, 2. 2. Столбик без накида. 1, 2. И прибавка. Столбик без накидов. 2 в одну петлю. Снова 1 столбик. 2. В одну петлю 2 столбика без накида. 1, 2. И снова прибавка. 1, 2. 2. Вот мы дошли до конца ряда, сделав прибавочки. Теперь смотрите, у нас сейчас это был 21 ряд, 22, 23, 24 и 25. Мы 4 ряда вяжем столбиками без накида, без накида в каждую петлю. То есть вот, продолжаете, это у вас пошел первый ряд, 22, так скажем, 23, 24 и 25. То есть 4
ряда вы провязываете столбиками без накида. Провязав 4 ряда столбиками без накида, теперь мы берем, смотрите, последнюю петелечку мы прираспускаем, одеваем 2 полупетли, вот эти наши, на крючок обратно, и вводим снова коричневый цвет. То есть наш берем коричневый цвет, закрепляем его вот так вот, делаем петелечку им. И теперь, смотрите, нам нужно, хотите вяжите кончики, хотите закрепите, но я буду ввязывать их постепенно. Нам нужно 26 ряд провязать за заднюю стеночку. То есть, вот смотрите, делать столбики без накида, но провязывать их за заднюю стеночку. Вот так вот. Смотрите, это для тех, кто вяжет девочку. Когда будете вязать мальчика, вяжите, просто продолжаете вязать коричневой ниточкой за обе стеночки. То есть, почему мы вяжем девочку, присоединяя коричневый за заднюю стеночку? Потому что за переднюю стеночку мы будем потом присоединять юбочку. Ну, то есть, вот это у нас будет считаться как платьишко. То есть, мы здесь будем прикреплять юбочку еще. Вот. Для этого нам нужно будет вот эти передние петельки, то есть чтобы красиво было соединение. Не просто вшить там как-то это, а красивенько мы их потом вывяжем, нашу губочку, вот так вот, наши рюшики там какие-нибудь, ну то есть посмотрим. В общем, продолжаете провязывать до конца ряда за заднюю стеночку, красную ниточку обрежьте. После того, как мы провязали один ряд коричневого, мы будем делать убавление. То есть сейчас мы будем чередовать 2 столбика без накида, вот так вот, и делать убавочку. То есть чередовать 2 столбика без накида, убавка. 2 столбика без накида, убавка. Убавка тоже я делаю всегда за передние стеночки, вот так вот, следующих 2 петелечек. Продеваю петлю и снова вот так вот провязываю. 1, 2, убавочка. Снова 1, 2, убавочка. Один, два, убавочка. Один, два, и последняя наша убавочка. Итак, мы сделали убавки. Теперь что мы будем делать? Смотрите, мы отсчитаем вправо 8 петелечек, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И восьмую на противоположной стенке мы ведем вот так крючок и провяжем вот так вот петелечку. У нас образовалось колечко такое, и мы теперь в это колечко будем вот так вот провязывать по кругу столбики без накида. В образовавшееся колечко провязываем столбики без накида. Это ножки у нас вывязываются как у девочки, так и у мальчика. Точно так же провязывается одинаково. Единственная разница между мальчиком и девочкой в вязании — это провязывание вот этой вот части, где платьечко. Где мы с вами сейчас провязали красненьким, а у мальчиков просто провязывается коричневым. И то место, где у нас провязано за задние стеночки для юбочки, у мальчика провязывается за обе стеночки, то есть вот это место. Таким образом, нам нужно по кругу провязать вот эту трубочку 4 ряда. То есть мы сейчас вот провяжем 4 ряда. И покажу, что делаем дальше. Вот я довязала 4 ряда нашей ножки. Теперь я предлагаю вам набить. Конечно, можно было набить и раньше, но, честно говоря, вот почему-то я только за это подумала. В общем, смотрите, набиваем внутреннюю часть нашу, туловище.
Итак, хорошо набиваете, чтобы оно, в принципе, было такое не пустое. И желательно равномерно, еще раз повторюсь, для того, чтобы у нас не было где-то в бочку пусто, а в другом прям очень-очень жестко. В общем, вот так вот набиваете, набиваете постепенно. И затем, когда набьете, нам нужно еще немножечко набить вот так вот ножку. То есть в ножку вот так вот продеть немного ватки для того, чтобы она стояла. Или другой наполнитель, не обязательно вату, я вам еще раз повторюсь. Вот так вот. Набиваем туловище и ножку. После того, как мы набили туловище и ножку, нам нужно стянуть вот эти петли ножки. Если честно говоря, я пыталась разные способы, но если у вас есть чулочные спицы, возьмите 4 штучки и просто смотрите, вот так вот делаете петелечки, вот как бы продеваете в столбиках, делаете петельки. Затем эти петельки одеваете на 3 спицы, ну то есть вот с одной стороны одели, с другой стороны вот буквально их тут немножечко получается вот петелечек этих. Вот у меня получилось 6, 7, 8. Как столбиков 8, так и петелечек 8. Теперь смотрите, берете крайнюю петелечку, отлаживаете крючок и крайнюю петелечку переодеваете вот так вот на спицу последующую. И берете четвертую спицу и делаете вот такие вот протяжки, на, как бы не снимая первой петельки, на нее одеваете остальные петельки. Вам буквально спицы нужны здесь на немножко. Если хотите, просто стяните иголкой. Но, честно говоря, вот этот способ мне понравился наибольше всего, как для мальчиков провязывать, так и для девочек. То есть, вот смотрите, вот так вот. Теперь последнюю петельку хорошо-хорошо так подтяните, оденьте снова на крючок. Спицы вам больше не понадобятся, только на вторую ножку уже понадобится, и все. Итак, подтянули крючок, а теперь отмерите нашей основной ниточке 1,30 м. Можете чуть-чуть больше, но 1,30 м где-то. Теперь обрезаете ниточку. Вот так вот. И вдеваете в иголочку ниточку нашу. Берете иголку с побольше ушком, потому что это вязальная нитка, как бы, ну, будет не очень удобно, если обычная швейная иголочка. У меня обычная швейная, поэтому я вам говорю, честно говоря, неудобно. Можете взять цыганскую иголку. Ну, то есть. Итак, вот вдели. Теперь нам нужно вот эту петелечку освободить от крючка и продеть сюда иголку. То есть как бы стянуть вот эти все петелечки на ниточку. Вот, мы стянули нашу ножку. Получилась вот такая замечательная ножка, как вы видите. Вот. И теперь продеваем вот эту нитку с иголкой вот сюда вниз. Сквозь наше вязание, вот так вот вниз. Будет не очень легко, но вы так постарайтесь. Вот. Продеваете вот так вот ниточку вашу длинную. И выравниваете ножку, чтобы она у вас была не стянутая. То есть вот выровняли ножку. Получилась такая замечательная. Теперь берем, делаем пару стежочков, соединяя между ножек вот это пространство. Вот так вот. Только смотрите, чтобы не оставляли дырочки. У вас должно остаться для второй ножки также 8 петелечек. То есть, когда будете сшивать ножки, считайте, чтобы у вас осталось 2 петелечки для второй ножки. Вот так. И тут буквально пару петелечек нужно сшить.
Теперь смотрите, считаете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть у нас есть еще возможность сшить еще одну петелечку, чтобы осталось 8. Если у вас тоже так ватка захватывается, вы ее убираете, потому что это будет не очень красиво смотреться, когда вы закончите. Эту ваточку нужно убирать, если где-то с иголочкой она захватывала. Теперь вот мы зашили нашу ножку. Еще раз пересчитайте, чтобы было 8 петелек открытых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, у меня осталось 8 петелечек. Теперь убираем нашу иголку, вытаскиваем с ниточки, берем крючок снова в руки и начинаем провязывать. То есть вот, вот так вот делаете петелечку и соединительные столбики без накида, не соединительные, а столбики без накида. И вот так вот продолжаем вязать, набирая 4 столбика высоту. Не столбика ряда, со столбиками высоту. И точно так же делаете соединительные вот такие вот петелечки, как я вам говорила. Хотите с помощью спиц, хотите просто стяните вот так вот, или иголочкой, да, кстати, можете, или просто крючком. В общем, стяните петельки, чтобы у вас получилась такая же ножка, как и первая. То есть вот у вас такая задняя часть. Передняя часть у вас, конечно, гораздо выглядит красивее и ровнее. Вот. Делаете 4 в высоту ряда столбиков без накида. И вот так вот тоже стягиваете. Получается у нас вторая ножка. После того, как стянете вторую лапку, мы встретимся с вами во второй части.